fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I... Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте. Наконец-то я решил записать новый ролик. По-моему, хватит писать об одном и том же УАЗе. Я решил сегодня рассказать вам про машину, на которой я езжу сам. И нет, это не будет обзор, это будет именно опыт. Опыт эксплуатации этого автомобиля, на котором я уже езжу 3 года. Причем на таких же машинах, кроме меня, ездят двое моих коллег и двое друзей. Поэтому я расскажу вам о тех поломках, плюсах и минусах, которые случались у меня и у моих коллег и друзей. Ну так, что, погнали? И, наверное, стоит наш разговор начать о том, о самом главном. Сердце, конечно же, мотор. И тут создатели этой машины, корпорация Mazda, пошла по пути не такому, как Европа, которая делает маленькие турбовые моторы. И Mazda пошла по пути тому, чтобы осаивать атмосферные моторы, сделать их максимально динамичными, экономичными и доступными. Я не буду вдаваться в подробности, насколько там они сделали все это в деталях, но поверьте, сюда вы заглядывать никогда не будете. Это все работает, это действительно все экономично и надежно. Но если разве что один раз вам придется поменять ремень навесного оборудования, потому что, ну, система iStop и, в принципе, может быть, материал выбран не очень удачно. Бывает, слишком быстро изнашивается. Бывает, но не у всех. Почему эту машину выбрал именно я 3 года назад? Я рассматривал всякие варианты, но именно эта машина мне показалась по дизайну более... Я сам не люблю кроссоверы, мне они не нравятся как тип. Но в условиях Крайнего Севера, где полгода зима, именно кроссовер – оптимальное средство передвижения. Из всех кроссоверов дизайн этой машины мне показался наиболее привлекательным. Причем при этом у меня была уже Mazda 3, поэтому я был уверен в надежности этой марки. На самом деле у Mazda получилось сделать очень хороший автомобиль, и он получился действительно удачным. Причем многие в них не верили. Многие даже когда эта машина появилась, очень скептически относились и к высокой степени сжатия вот этой технологии SkyActiv. Но тем не менее опыт показал, что уже прошло сколько, уже больше 10 лет. Машина зарекомендовала себя с лучшей стороны, и теперь она даже на вторичном рынке пользуется очень большой популярностью и большой ликвидностью. Но не бывает настолько все идеально, как оно все описывается. Первый, наверное, минус, да, я отнесу. Первый минус, о котором, наверное, упомяну, это, наверное, тонкий металл, как и у всех японцев и современных автомобилей. Он действительно тонкий. И даже если какой-то камушек отлетит, камень, то он сделает легко какую-нибудь маленькую вмятину. Что, в принципе, здесь вот в некоторых местах у меня есть. Второй минус, с которым сталкиваются владельцы Mazda. Ну, мелочевка на самом деле, но это тоже имеет место быть. Зеркала, механизм зеркал складывания. Когда попадает грязь, пыль или какая-нибудь вода с отрицательными температурами, все это дело, а там пластиковые шестеренки, все это дело закусывается, и зеркала бывают глючат. На самом деле переживать сильно не стоит. Оно само даже как-то все это восстанавливается, работоспособность, просто нужно там немножко аккуратно подрегулировать и там помочь открыться. Ну, если кто-то хочет, можно поменять шестеренки, но это на самом деле, я думаю, делать не стоит. Вторая боль маздоводов – это лобовое стекло. Двое моих коллег, которые эксплуатируют уже машину по 6-7 лет, поменяли стекла. Причем один из них поменял уже 2 раза. Но у меня, мне повезло, стекло у меня родное. Но ничего хорошего от этого тоже нет. Но со временем царапается, мутнеет, через него плохо видно, особенно на солнце. Но даже если вы поменяете лобовое стекло, есть такая штука здесь, называется City Safety. Эта система останавливает автомобиль в городском потоке, если вы зазевались, на скорости до 40 км в час. Если вы поменяете это стекло, вам эту штуку нормально не приклеит. И она никогда потом нормально работать не будет.
Основная проблема, которая сейчас у меня есть на этом автомобиле, это краска на крыше. Я не знаю, по каким причинам, что это произошло в технологии Mazda. Я вас сразу говорю, что если вы выбираете себе этот автомобиль, не беспокойтесь, это не у всех, не на всех машинах. Только на каких-то вот конкретных, вот как у меня. У двоих друзей и двоих коллег такой проблемы нет. У меня же, вот, но это мы не будем смотреть, вот, все это дело покрывается ржавчиной, сколами. Это даже не от сколов, потому что сзади сколов никаких не было. Это просто отсутствует, как пишут те, кто ремонтирует эти машины, которые снимают слой краски, говорят, что там нету грунта, слоя. Как это происходит, я не знаю. У двоих коллег, которые эксплуатируют автомобили с самого начала, с момента покупки, такой проблемы нет. Где-то в Москве и Питере эта проблема чаще встречается, где реагенты и так далее. Еще один минус есть автомобиля. Багажник на самом деле здесь нормальный. Он небольшой, не маленький для такого автомобиля. Он в самый раз. Но вот лично мне не нравится, когда в автомобилях используют вот этот пластик. Он царапается. Причем, по-моему, на втором поколении такую-то проблему уже решили и уже стали как-то прикрывать войлоком. Вторая мне проблема не нравится. Когда у вас что-то здесь нагружено, вот по-любому, вы не всегда ездите же с пустым багажником. Вам нужно там прокол, нужно поменять колесо. На Мазде тройке, которая у меня была когда-то, домкрат лежал вот здесь. То есть я вот здесь поднял и вот он здесь достал. Если что-то там, мне приходится все это поднимать и туда лезть. Это очень неудобно. Но это, конечно, пустяк. Я не думаю, что это как-то повлияет сильно на чей-то выбор. Это вот лично мое замечание. Вот я о чем вам и хотел сказать. Пожалуйста, какая-то вот простая мойка на механической мойке и оставляет вот такие вот царапины. Лакокрасочное покрытие очень нежное. Поэтому лучше мойте все-таки на мойке самообслуживания, бесконтактно. Кстати, вот эта штука со временем откручивается и болтается. Не забывайте подтягивать. Минус еще один визуальный. Бампер передний, а именно его свес. Он довольно низкий, ну как бы машина-то клиренс позволяет, 210 миллиметров, это нормальный клиренс. Но вот эта штука, все равно, скажем так, мы переоцениваем свои возможности, наезжаем на какие-то бордюры или какие-то препятствия можем не заметить. И вот эту штуку легко повредить. Вот как вот было вот здесь вот, в 30-градусный мороз, просто не заметил кусок льда и откололся просто кусок этой штуки пластиковой. Причем вот отдельно ее не поменять. То есть только с бампером. Поэтому ее придется клеивать. Ну что могу сказать, ребят? Я, наверное, на самом деле слукавил, сказав, что прям совсем как бы беспроблемный мотор. Он в целом, да, беспроблемный. Но случилась такая неприятность недавно. Причем не только у меня. Однажды я как-то обнаружил течь масла прямо под мотором. Причем я думал, что это какой-то, может быть, сальник раздатки потек. Но начал разбираться, долго искал. Все-таки это выяснилось, что есть такая проблема у многих. Датчик давления масла. Он имеет свойство потеть. А в редких случаях он может, в принципе, скажем так, разрушиться и начнется большая течь масла. Что, в принципе, было у меня. Неприятно, да, можно так проворонить, если вы едете в дальней поездке, просто масло, уровень, и может приехать на двигатель. Вот такая вот одна неприятность у меня все-таки была. Но слава богу, что я вовремя заметил. Ну, как бы сложно не заметить, когда у тебя хлещет масло под правым колесом. Здесь у меня стоит мотор самый топовый, 2,5 литра. 192 лошадиные силы, это именно то
то соотношение мощности, которое, мне, по моему мнению, должно быть минимальным в каждом кроссовере. Хватает на обгонах, на всем. 150-сильные моторы, двухлитровые, уже не кажутся такими динамичными, если пересесть с 2,5-литрового. Ну и звук. Если вы думаете, там, например, купить 2 литра или 2,5, за 2,5 есть смысл переплачивать. 40 лошадиных сил, разница ощутимая. Скажу пару слов о дизельном моторе. Они получились не очень удачными. Там было плохое, по-моему, крепление форсунок, что-то там, еще что-то третье, десятое. В общем, не рекомендую. Вообще, какой смысл было выводить на наш рынок такие моторы, если расход топлива у них приблизительно одинаковый. А стоимость дизельного топлива, ну, на 5 рублей больше, чем бензина 95. Смысла никакого, абсолютно. Динамика. Про динамику и расход. Изначально как-то даже там цифры немножечко менялись. Вроде выпустили они, что у нас разгоняется там даже 7,9, но по факту там где-то на самом деле 8,5, где-то вот так вот это примерно выглядит все. По расходу топлива. У нас тут заявлено, что у нас высокая степень сжатия. Следовательно, у нас должен быть низкий расход топлива, как и заявлял производитель. По факту, расход топлива зависит только от вас, насколько вы любите нажимать педаль газа. За 3 года владения этим автомобилем могу сказать следующее. В режиме мало города, в основном больше трассы, по трассе можно добиться расхода в 7,3 литра. Ну, если уж совсем там будете ехать 80 или 70, может быть даже меньше 7. По городу же, если вот исключительно город, 11. В смешанный, это вот в среднем вы будете видеть цифры 9 литров, 9,1. Это с мотором 2,5 литра. Те, кто ездит на двухлитровых, обычно имеют расход в 1 литр меньше. То есть это где-то будет на трассе даже 6,5-7 точно, а в городе, ну, 8-8,5. Коробка тоже собственные разработки. Ну как собственные разработки? Вообще, как бы раньше, так же, как и все многие, Mazda обращалась в компанию Aisin и ставила их коробки. Aisin — это подразделение Toyota, которое занимается исключительно коробками передач. Так вот, для Mazda, Mazda сделала заказ на разработку коробки именно для моторов SkyActiv. Ну и, в принципе, Aisin ничего лучше не придумала, как взять готовую тойотовскую коробку, вот здесь вот название этой коробки, и просто доработала, подстроила под этот двигатель. И в принципе она конструктивно вообще ничем не отличается от коробок Toyota, которая ставилась на Camry 3.5, Highlander и так далее. Поэтому да-да, коробочка-то у нас Toyota. Для тех, кто любит Toyota, еще один пунктик задуматься о покупке именно Mazda. Mazda продолжает ставить обычные классические автоматические коробки передач. Какими бы хорошими вариаторы бы не были, какими бы они современными не были, они все равно накладывают в себя какие-то условные ограничения, что нельзя буксовать, нельзя стартовать резко, обязательно прогреть хорошо. И вот, общаясь даже с друзьями, которые выбирают себе новый автомобиль, даже сегодня, в 2021 году, все равно люди немножечко воротят нос от вариатора. Именно поэтому даже тогда, в начале 10-х, Mazda с удовольствием покупали, потому что она верна вот этим классическим коробкам, которые считаются более надежными, чем вариаторы. По подвеске.
компании Mazda удалось добиться какого-то компромисса, когда у вас вроде бы, ну, скажем так, для кроссовера неплохая рулежка, управление. Все равно есть какие-то, конечно же, небольшие крены, завалы, но не такие, что прям все, у вас там машину сносит. Нет. Даже какие-то неровности очень даже неплохо проглатывает подвеска. Очень комфортная. Но 19-й диски, конечно, добавляют ложку дегтя. Если мы проезжаем какие-то стыки в асфальте, они прям очень хорошо ощущаются. И вот не поймешь, вроде как бы она сбалансирована, все как бы вроде мягкое, да, ну, при наезде каких-то неровностей. И на грунтовых дорогах даже неплохо. Но если у нас какие-то трещины, прям ямки, все, она уже такая жестковатая. По полному приводу сказать абсолютно нечего. Он такой же, как и на любом другом современном кроссовере, ни больше, ни меньше. У нас на асфальтированной дороге, в принципе, в основном это переднеприводная машина. Но 10% там у нас всегда назад приходит. В случае у нас пробуксовки, электроника подключает через муфту заднюю ось, и в нужный момент автомобиль становится полноприводным. В принципе, лучше никуда на нем, естественно, не соваться. Потому что я уже совался и имею нехороший опыт. Из опций, что у нас здесь есть? У нас затемняется зеркало заднего вида, салонное. У нас есть электроскладывание зеркал. У нас есть все антизаносы, антипробуксовки. Есть у нас система контроля давления шин, но мерит она не давление. Она работает другим способом. Она мерит скорость вращения каждого колеса, сравнивает его на одной оси. И если колесо спущено, скорость вращения будет им другая, отличаться, и датчик сработает. Тогда мы можем спокойно остановиться и подкачать колесо. Есть у нас двухзонный климат-контроль, подогрев сидений каждого из три режима. Головное устройство. Здесь есть все необходимые опции. AUX, CD, USB, понятное дело, Bluetooth, все это дело. У нас есть поддержка голосовая. То есть мы можем привязать свой телефон, смартфон и управлять голосом, подавать ему команду. Даже в этой магнитоле была функция навигации. Абсолютно бестолково на сегодняшний день. Это не Navitel, это какая-то своя навигация, которая там как-то через три колена ставилась, криво работала и была вообще, ну, не приспособлена нормально обновляться и работать в условиях нашей реалии, в страны, России и так далее. Маленький нюанс с магнитолой был. Он бесит всех маздоводов современных, которые ездят на шестерках, тройках и Маздах CX-5, именно на этого поколения. Он, зараза, не проигрывает флешку с того момента, где вы закончили слушать в последний момент предыдущей поездки. То есть он постоянно начинает заново играть с первого трека вашу флешку. С дисками такой проблемы нет. Причем менеджер говорил в автосалоне Mazda, что как бы такую проблему можно было устранить по гарантии, но если в том случае, если к ним обратятся по этому поводу. Но обычно никто, естественно, не обращался. Есть у нас и круиз-контроль, но я не знаю, так ли популярна у нас эта опция, потому что, ну, ни я, ни мои друзья и коллеги этой опцией не пользуются никогда. Даже несмотря на то, что мы в основном ездим по трассе. Очень интересная фишка еще есть у Мазды. Дневные ходовые огни включаются только тогда, когда мы переводим селектор на положение драйв. Только тогда у нас начинается движение автомобиля и загораются у нас дневные ходовые огни. Противотуманные фары абсолютно бестолковые. Никак не помогают дополнительно освещать трассу. В отличие от других автомобилей. В принципе, наверное, это их не основное предназначение, но в других автомобилях, которые у меня были, от туманок был прям эффект, они помогали дополнительно освещать и дорогу, а здесь при включении туманок не происходит абсолютно ничего в плане подсветки, освещенности никак не добавляется. Также из опции у нас есть вот такой джойстик,
которой мы можем управлять головным устройством. На Дори Сталинге можно управлять как и здесь, в передней панели, кнопочками и крутилками, так и вот с этим джойстиком. В принципе, и так удобно. В рестайлинге у нас кнопки и крутилки исчезли. Поменялось ПВО абсолютно в головном устройстве. Это все выглядит более современно, симпатично на рестайлинге. Но на самом деле скажу, что это очень неудобно, когда нету крутилок. Интуитивно рука опускается там отрегулировать, выбрать трек не через джойстик, а почему-то именно вот сюда, к магнитоле. Поэтому, когда в рестайлинге убрали вот эти крутилки и кнопки с экрана, ну, скажем так, наверное, это не очень удобно. Хотя интерфейс, конечно, симпатичнее на рестайлинге. Что касается эргономики в салоне, мне здесь очень удобно. У меня прекрасная обзорность. Есть момент, что посадка какая-то немножечко, ну, как будто вот сидишь вот этих на старых советских стульях с прямой спинкой. Откинуться, полежать не получится. Даже с моим ростом 1,88 м мне было, ну, немножечко сложно настроить посадку под себя. Стоит чуть-чуть откинуть спинку назад, и все, уже не дотягиваюсь до руля. Если опустить руль в крайне нижнее положение, тогда я не вижу приборов. Ну, в общем, придется там приноровиться. А так в целом удобно. Многие жалуются, что у них затекает поясница. И на дальней поездке. Такое тоже есть. Врать не буду, бывает. Еще один факт меня смущает в этом автомобиле, что в машине за 1 400 000, еще тогда, на 14-й год, регулировка сиденья осуществляется барашком вот этим вот, как на Москвиче 41-м, как на Логане. Барашек. Ну почему нельзя было поставить просто рычажок, который бы откидывал спинку назад? Не очень удобно, когда, ну, скажем так, ваша женщина ушла за покупками в магазин, а вы решили подождать ее в машине. Можно было бы так раз в одно движение откинуться и подремать. Тут уже лишний раз этим заниматься неохота. По заднему ряду сидений. Ехать там, в принципе, можно, но в дальних поездках тоже устанешь. Потому что тоже сидишь, как и передние пассажиры, как водитель. Сидишь вертикально. Маленько не съехать. Спинку никак заднего дивана не отрегулировать. Она жестко фиксируется. Из удобства у нас только там подлокотник с двумя подстаканниками. Все. Несмотря на то, что комплектация была предмаксимальная, здесь стоял тряпочный салон. И даже если вы аккуратный водитель, вы следите за автомобилем, все равно со временем появляются какие-то вот помутнения вот этой тряпки. Тут вариант один. Чаще ездить на химчистку, что, в принципе, не очень дешево, да? В принципе, вы можете поставить сюда чехлы, но чехлы чехлам рознь. И многие чехлы, скажем так, не очень презентабельно выглядят в автомобиле. А если вы, скажем так, разоритесь на какие-нибудь модельные, то это будет очень выглядеть неплохо, гармонично, и вот, которые пришиваются, как и сделал я. Я просто купил очень хорошие, самые максимальные, которые есть чехлы, пришил их, они, кстати, пришиваются к сиденью. И теперь это выглядит, ну, скажем так, более-менее нормально. Сиденья не пачкаются и выглядят достойно. В 2015 году был рестайлинг. Есть у меня у коллеги рестайлинговая машина. Мне довелось сравнить отличия. Отличия на самом деле минимальны в плане кузова. В плане кузова их вообще нет. Отличались только решетка радиатора иная и рамки противотуманных фар. Был немного иной рисунок дисков максимальной комплектации, там на 19. Кстати, самый прикольный рисунок, по-моему, самый популярный. Это стандартные 19-е колеса с рестайлинга. Очень пользуются популярностью, даже на вторичке отрывают их вообще с руками. В рестайлинге также появился пакет светодиодных фар. Вот эти вот красивые ангельские глазки, вот эти. Все видели, наверное, задние диодные фонари и передние.
И в рестайлинге еще поменялся климат. Он немножечко по-другому выглядит. И он уже, по-моему, не с оранжевой подсветкой, а белый. Да, немножечко диссонанс из-за того, что у нас вся приборка белая, а климат почему-то оранжевый. И кнопки на руле почему-то тоже оранжевые. В рестайлинге сделали все под одно, белого цвета. По салону, отличие рестайлинга от дорестайлинга. Здесь стоит один подстаканник. Компания Mazda такая: окей, пожаловались, что подстаканник один. Они решили как? Сделать второй подстаканник, но за счет того, чтобы срезать часть подлокотника, что вообще не очень удобно. По мне, лучше один подстаканник, чем усеченный подлокотник. В начале 10-х годов, когда появились новые поколения RAV4, других производителей, Mazda шагнула далеко вперед в плане дизайна. Она получилась удачнее, чем RAV4. Помните вот это предыдущее поколение RAV4? Ну, насколько он был после третьего поколения? Ну, вообще никакой. Он оттолкнул людей от себя. А Mazda, наоборот, вот она красивая. Еще и новый стиль Кодо, как он называется. Красота. А теперь я расскажу о том, что происходило у меня, у моих друзей и коллег, в принципе, с машиной. Какие нюансы были мелкие, но они все-таки были. Был момент, по гарантии меняли сальник раздатки. Прям вещь довольно-таки, ну, на самом деле, если бы она случилась у вас после гарантии, это было бы, ну да, неприятно. А так она, в принципе, у всех устранялась вовремя. И если вы покупаете автомобиль с пробегом, у вас такой проблемы точно не будет и не встретится. Потому что все это сделали до вас. Второй момент. Если мы уже берем салон, у всех, даже на ранних пробегах, даже на пробегах 30 тысяч, даже на пробегах 50 тысяч, слезает краска на руле. Многие говорят, что кожа затирается сильно. Но нет, на самом деле кожа здесь нормальная, она глянцевая, ну, очень хорошая, приятная на ощупь. Стирается именно краска. Решить вопрос можно было двумя способами. Либо мы перетягиваем руль, причем это делали без проблем по гарантии. Причем руль менялся, перетягивался на матовый, на матовую кожу. Она маленькая другая по тактильным ощущениям, но в целом неплохо. Причем ваш руль вам не вернут. Обычно ваш руль меняют и ставят от какой-то другой машины, которая также по гарантии приехала поменять руль, но уже перетянута. Второй момент, как я решил это сделать сам. Я просто покрасил кожу руля. Просто мы берем хорошую краску для кожи, можно даже для обувную краску купить. Просто снять руль и покрасить. Ничего не пачкается, хватает, ну, на полтора года точно. И руль, в принципе, выглядит как новенький. Очень бюджетно и рекомендую. Если у вас, конечно же, как у меня, было совсем небольшие потертости. Только у одного коллеги руль сохранился в идеале, у него уже 180 тысяч пробега, и он сохранился в первозданном виде. Видимо, это зависит от того, насколько у вас мягкие ручки. Если вы покупаете такую машину, также обратите внимание на состояние пыльников передних стоек. Они со временем расслаиваются. Люди сюда в основном заказывают уже с Mazda CX-7, предыдущее поколение, старой, потому что там и потолще материал. Родные рассыпаются со временем просто в труху, и нужно обязательно это менять. Меняется все это, в принципе, можно попробовать заморочиться за 20 минут, там, не снимая стойки, просто открутив верхний шток. Но не факт, что у вас получится с первого раза. Ну и также, когда меняете пыльники передних стоек, замените и отбойники. В этой машине я лично менял пыльники передних стоек. Также я менял датчик давления масла, как я и говорил. И мне еще предстоит поменять заднюю пружину. У меня лопнул виток. Но это на самом деле, наверное, особенность именно этого региона. Потому что здесь зимой машины стоят в таких, скажем так, сугробы, когда во дворах образовываются. В парковочных местах образуется такая не очень ровная поверхность, и машина стоит немножечко в раскоряку. И на всех машинах, в принципе, которые у меня были, у
меня так или иначе лопался виток пружины. И здесь это тоже не обошло меня стороной. У вас вряд ли это вообще, вы с этим столкнетесь. Что можно сказать в конце? Если вы думаете, покупать или не покупать, покупать обязательно. На самом деле Mazda CX-5 на сегодняшний день на вторичном рынке пользуется большим спросом, большой популярностью. И не просто так, потому что это в целом надежная, красивая машина с беспроблемными агрегатами, которые будут вас возить долго. Максимальный пробег, который среди моих знакомых есть, это сейчас 180 тысяч километров. Масло эти двигатели не жрут, даже на вот этих больших пробегах. Масло обязательно меняем раз в 10 тысяч, не раз в 15, как вас просит об этом официальный дилер. Нет, меняем раз в 10 тысяч обязательно. И покупаем только у официального дилера. Почему именно у официального дилера? Потому что очень много подделок идет с оригинальным маслом Mazda. Масло оригинальное Mazda хорошее, подходит идеально к этим технологическим двигателям современным. Покупать почему именно только у официалов? Лично, по моему опыту, я покупал, сравнивал с маслом, которое продавалось, ну, скажем так, в Exist'е. И там масло откровенно поддельное, имеет поддельную канистру. Ссылочку вот на ролик я выше вот здесь я приложу. Поэтому покупайте, не думайте, это будет выгодное вложение средств. Машина со временем даже дорожает. Сейчас на сегодняшний день новая такая уже стоит больше 3 миллионов с этим мотором. И оно того стоит, правда. Если бы меня бы спросили сейчас, какую бы новую машину из типа кроссовера я бы купил себе, я бы ответил просто. Я бы купил именно Mazda, такую же, с таким же мотором, но новую. С удовольствием. Именно это идеальный автомобиль на каждый день для меня. Я думаю, и для вас тоже. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Я надеюсь, он очень был полезным для вас. Если вам не сложно, можете подписаться, если хотите. Можете, в принципе, не подписываться. Поставьте лайк. Скоро увидимся в новых роликах. Пока.